Здравствуйте, меня зовут Ирина Горшенина, и прямо сейчас для вас только хорошие новости. И сегодня своим позитивным настроением с вами поделятся жители города Волжского. Ну, например, вот недавно совсем мы первый раз выучили стихотворение с 3-летним ребенком. Я сдала недавно зачет по введению в профессию. Свадьба сына. Как вы гуляли? Погуляли очень хорошо, гуляли в деревне, надарили 200 тысяч. Молодые, довольны. Я ездила в Сербию. Вот, автопутешествие мне очень понравилось. На дискотеку, да, ходила, был момент, мне понравилось, очень там было весело, много хороших людей было там, познакомилась со многими людьми. Была в гостях у своей сестры, у сына в гостях. Сегодня хорошее событие. Я пошел в налоговые органы и написал заявление, чтобы с меня, как пенсионера, не взимали налог на имущество и, как с участника ликвидации последствий аварии, не взимали транспорт налог. Я думаю, это событие. У меня уже нарожай должно быть хорошее событие. С наступающим вас праздником и всего вам хорошего от всей души. Тороплюсь, ребят, тороплюсь, очень тороплюсь. К внукам просто к вашим наеду. И на этом у нас все. Мы желаем, чтобы в вашей жизни были только хорошие новости. Пока!